Мы в живописном городке Лугано, который находится у подножия швейцарских Альп. Здесь находится завод, на котором собирают часы известной марки «Эль Дюшен». Узнаем, что такое швейцарское качество изнутри. Часы марки «Эль Дюшен» сегодня стоят в одном ряду с часами самых известных европейских компаний, поскольку высочайшее качество сборки и материалов и утонченный дизайн корпуса и циферблата сделали модели этого производителя желанными во всем мире. Именно часовое ремесло считается традиционным в кантоне Тичино. Проекту Горкин Тур удалось заглянуть в лаборатории компании «Эль Дюшен Монтре СА», цех по сборке циферблата, департамент контроля и подготовки к экспорту. Вольга, какой процесс производства мы сейчас видим? Что это? Винтики, детали? Что это такое? Сейчас вы видите процесс производства стрелок. Кажется, что это легко и просто, но для этого этапа нужны очень способные, исключительные люди. Это один из самых сложных процессов. Тончайшая работа, действительно. Я не знаю, как эта девушка работает без очков, потому что эти стрелки с трудом видно. Это тот же процесс, что предыдущий. Эта девушка делает в день приблизительно 7-8 тысяч стрелок. Мне кажется, пока в руку возьмешь одну стрелку, уже ее удержать 7-8. Причем она делает очень спокойно, она не суетится, не торопясь. Одну, потом вторую, так, знаете, неспешно. 7-8 тысяч, потрясающе. После этой линии циферблаты часов уходят на второй этап. Здесь визуальный контроль. Этот специалист осматривает, что часы не поцарапаны и что стрелки установлены правильно. Она просто следит за внешним видом стрелок, то есть, можно сказать, это эстетический контроль. То есть у нее должно быть идеальное зрение у этой девушки. Да, здесь очень важно зрение. Как вы видите, в этом отделе только молодые сотрудники. Специалисты старше 40 лет уже могут не увидеть некоторые нюансы. Мы производим часы «Эль Дюшен» и еще множество других всемирно известных марок, поэтому ошибки просто недопустимы. Здесь вы видите уже готовые часы «Эль Дюшен». В этом цехе они остаются на 48 часов, в течение которых происходит монтаж и контрольные испытания. Это конечный пункт нашей лаборатории. Вообще часы «Эль Дюшен» качественные, очень модные и очень дорогие. Потому что они производятся здесь, в Швейцарии. А это испытание на водонепроницаемость. Каждая пара проходит тестирование давлением, испытываемым при погружении на 30, 50 или 100 метров. Конкретно для часов «Эль Дюшен» порог составляет 50 метров. У меня такое ощущение, что часам сейчас очень непросто, потому что все шипит, видимо, их очень напрягают, да, их как погружают на глубину, потому что явно чувствуется, что проходят испытания, самые настоящие. Вольган, расскажите, а почему у вас две пары часов? Это моя привычка уже в течение 30 лет. Часы – это аксессуар, время вы можете посмотреть и на телефоне. Так что для меня часы – это украшение. Представляете, 80 человек ежемесячно выпускают 5000 пар наручных часов. И ни одни из них не задерживаются в лабораториях «Эль Дюшен Монтре СА» дольше, чем на двое суток. Теперь-то я знаю, у кого самые зоркие глаза и ювелирные руки. В горках часы «Эль Дюшен» представлены в салоне 3.15. Наряду с этим брендом в салонах сети можно найти самые разнообразные часы и аксессуары всех стилей и всех сегментов. 3.15 – это более 20 ведущих мировых марок. Среди них Жак Леман, Ротари, Штайнмейер, Секулус, Рибок, Пума, Эспри и многие-многие другие. Постоянное обновление коллекции позволяет покупателям выбирать все самое лучшее и актуальное, от дорогих технически сложных механических моделей до более демократичных кварцевых часов. Классические хронографы или ультрамодные новинки – здесь каждый найдет аксессуар на свой вкус.